Корректируем пробег на Hyundai Santa Fe 2019 года с помощью программы S-Tool версия 1.52, оригинал, естественно. Сейчас читается Full Flash. Читается довольно-таки быстро. Панель стоит на столе. На машине не дает читать Gateway. Для работы с панелью не забудьте записать в нее оригинальный Full Flash. Окей. Сейчас мы сохраняем оригинальный Full Flash. Вот он у нас. Рабочий стол. Так, сохранили. Вот он, Full Flash. Значит, что надо сделать следующее? Дальше надо пропатчить. Патчи проверяем успешно. И теперь этот флеш записать обратно в щиток приборов. Щиток приборов сейчас включился. Нажимаем запись. Записываем для того, чтобы получить доступ к EEPROM. Идет сейчас стирание флеш. И пошла запись. Запись патченной флеш. Флеш патчим для того, чтобы получить доступ к EEPROM для коррекции пробега. Адаптер используем ELS-27. Ставим сопротивление 120 Ом, терминатор на коншину. При чтении панель отключается. Пугаться не стоит. Запись пропатченной флеш подходит к концу. И сейчас нам откроется доступ к EEPROM. Все делаем по инструкции, как записано в хелпе. ELS-27 и S-Tool версия 1.52 оригинал. Щиток приборов у нас Santa Fe 18+. На процессоре Fujitsu 91F061. Процесс записи патченной прошивки завершен. Панель включилась, и пробег у нас 134660. Теперь нам надо прочитать пробег. Доступ к чтению пробега мы получили, вот сейчас его читаем. При чтении EEPROM панель не гаснет. Остается включенный только при чтении флеш, при чтении записи флеш. Вот EEPROM прочитан, 134660. 134660. Так, проверяем. Точно. Нам нужно поставить 90500. Вот такой пробег надо поставить. Пересчитываем и записываем. При записи щиток погас, и вот, пожалуйста, пробег уже новый — 90500. Теперь нам нужно открыть флеш
которую мы сосчитали, оригинальную. Вот она. И эту флеш теперь записываем. Щиток приборов. Это оригинальная флеш. Также щиток погас. Идет подготовка, стирание. И пошла запись. Флеш записывает дважды. Все, запись завершилась. Смотрим пробег. 90-500. И теперь пойдемте посмотрим, как этот щиток снимается и вообще, как он стоит на машине. Щиток приборов здесь снимается не тяжело, легко, хотя многие говорят, что надо снимать полностью вот это все дело, боковины и так далее, и так далее. Нет, снимается просто вот такой кожух верхний. Вот он. Отжимаются верхние клипсы. Вот здесь. И снимается, тянется на себя. Сначала вниз чуть-чуть, потом на себя. Панель закреплена на 4 болтах. 2 внизу, вот они, и 2 вверху, вот здесь вот. Вот щиток стоит на месте. Ну и понятно, что сюда саморезики и вперед. Крутим 4 штучки. Вот тут еще один саморез имеется. Но его откручивать не обязательно. Я думал, что щиток крепится и с помощью еще этого самореза. Оказывается, это крепится вот эта пластмасска к самой торпеде. То есть его не надо вытаскивать. Помимо щитка приборов, пробег содержится еще и в блоке управления двигателем ВБУ. Здесь стоит EDC-17C57. ЭБУ на этой машине стоит рядом с аккумулятором. Вот здесь надо снимать воздушный фильтр, чтобы его отсюда вытащить. Сейчас мы будем вычитывать EEPROM с помощью адаптера от Алексея Рыжкова и 71 модуля PCM Flash. Давайте посмотрим подключение к этому блоку. Вот оно подключение. Сейчас подключимся и нажмем чтение. Всегда проверяйте правильность подключения. Вот второй у нас масса написано. Давайте сейчас мы как раз и попробуем с помощью тестера, правильно ли, что второй контакт у нас масса. Включаем наш прибор. Ставим на прозвонку. Так. Один конец мы ставим на массу, то есть на корпус ЭБУ. А вторым щупом мы касаемся клеммы номер 2. Вот она. Действительно, это масса. Здесь должен звониться диод у нас. Вот звонится диод, пожалуйста, это питание ЭБУ. Значит, схема по питанию правильная. Подключаем. Так, второй мы подключаем на второй. Это масса. Дальше идет у нас пятый. Это плюс. Пятый плюс. Вот так вот. Дальше у нас 53-й контакт. Значит, 57. 56, 55, 54, 53. Вот это 53-й контакт у нас. Все, питание мы подключили. Теперь нужно подключить коншину. Коншина у нас. Канхай
64. Так, Can Low 81. Подключаем Can Low сначала. 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81. Это Can Low, а это Can High. 64 и 81. Теперь давайте подключим GPT. Значит, GPT у нас находится на 99-м, это GPT-1, то есть желтый провод. Давайте сосчитаем 90-й, да? 105, 104, 103, 102, 101, 100. 99 будет вот это. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105. Так, и под ним уже будет GPT-2. Вот так. Все, блок у нас подключен. Подключили ПБУ, подключили питание на адаптер Алексея Рыжкова, подключили сканматик, ну и PCM флеш, соответственно. Теперь давайте откроем PCM флеш, выберем адаптер у нас сканматик 2. Модуль 71. И сделаем идентификацию. Идентификация выполнена успешно. Процессор у нас 93. Давайте выберем 93 процессор. Мы править будем только в EEPROM пробег, но мы сразу прочитаем и флеш, и EEPROM. Сохраним для бэкапа. Бэкап делайте всегда, он лишним не будет. Идет чтение флеш. Флеш прочитано. Давайте сохраним ее на рабочий стол. Вот наша флеш. Это номер софта. Окей, давайте сосчитаем теперь EEPROM. Как раз EEPROM-то нам и нужен для правки пробега. Так, EEPROM прочитан. Также сохраняем его. Давайте заодно прочитаем еще и пароль с этого блока. Все, пароль прочитан успешно. Сохраняем его в папке. Все, теперь у нас полный бэкап блока. Вот будет пробег. Вернее, вот был пробег. Вот такой. Тут еще дублируется общее пройденное расстояние до последней успешной регенерации. И все это будет поправлено под 90-500 пробег. Пробег в дампе мы откорректировали. Нам остается только его взять. Вот он. 90-500 километров. Ну, закинем его сразу сюда же в папку Санта-Фе. Здесь мы открываем EEPROM. Процессор 93-й. Для начала делаем всегда идентификацию. Идентификация прошла успешно. Теперь открываем наш EEPROM с надписью 900, вернее 90-500. Вот он. И записываем в блок. Все это мы делаем с помощью PCM флешера 71 модуля без скрытия блока. EEPROM записан. Пойдемте ставить ЭБУ в машину
и смотреть с канматиком пробег. Значит, что от вас требуется, это очень аккуратно и тщательно попасть вверх. То есть здесь много направляющих всяких. Вот. И теперь защелкиваем. Все. Все защелкнуто, все ровненько, все красиво. Ну и, соответственно, накладку также защелкиваем. Все, щиток приборов стоит полностью. Так, теперь давайте включим зажигание. Вот так вот войдем в ЭБУ. И зайдем в переменные. Так, смотрим, где у нас тут пробег. Вот, пожалуйста, пробег. И регенерация, и пробег соответствуют панели приборов. Работа выполнена.